Ну, я скажу, что мы начали, пропустили этот гол сразу. Во-первых, заработали удаление прямо в первой смене. Потом еще два пропустили гол в одном из этих удалений. Да, как бы, но не обязательно, наверное, для такого вратаря, как наш. Вот, но немножко были не собраны, да. Спартак, я думаю, что играл очень активно вначале, просто подавили нас, мы никак не могли атаку начать там. Хотя готовились к этой игре, объясняли все ребятам. Но потом потихонечку, в общем-то, игру наладили. Хорошо, что у нас наше четвертое звено там забили сегодня, они 4 гола и постоянно держали, так скажем, интригу в этом матче. Да? Противник уходил вперед, мы догоняли. А эти ребята как раз делали этот результат. В общем-то, ну и в конце то, что вот они забили еще этот 5-й гол, принесли тем самым победу. Все. Спасибо, Герман Михайлович. Ну, хочу поздравить «Нефтехимик» с победой, в первую очередь. А по игре что сказать? Здорово играли первый период, второй. Держали линию, которую мы отребовали от них. Третий период говорили ребятам, предупреждали, что команда «Нефтехимик» сейчас прибавит, побежит, будет играть давление. Но вот эти голы, которые мы пропускаем после индивидуальных ошибок, все на нет сводит наши усилия, командные усилия. Ну и, конечно, вот эти удаления, два удаления подряд не вынуждены, когда мы игрок наш оставил 5-3, вот и принес результат, победный результат для соперника. Ну а пустые ворота, это мы хотели спасти матч, а там уже 4-3-5 проигрывать, это уже когда хотели просто спасти матч. Спасибо. Коллеги, у кого какие будут вопросы? Александр, пожалуйста. Ром, Руслан Спортгенович, у вас что с Шмелевым? Шмелев у нас заболел, ждем его скорого выздоровления. Надеюсь, что после перерыва на его только приступит. Еще Ермаков, и вот судя по тому, что в разделке Потапов, да, что-то? Да, Потапов, я думаю, сейчас поедет на снимок, пока рано что-то говорить, но надеюсь, что ничего сложного. Если это будет, это, конечно, если что-то, какой-то серьезной травмы, мы потеряем игрока нашего основного, очень и так теряем много игроков, поэтому, наверное, придется вызывать из высшей лиги игроков, потому что просто не хватает в заявке игроков. А Ермаков тоже, у него травма, не знаю, когда выйдет, поэтому здесь будет зависеть от восстановления. Еще, пожалуйста, вот вопрос. Да, Александр. Все-таки по мнению судницы, действительно, это ошибка его, почему после старшего решили? Ну, игра не пошла, парни. Он так у нас играет, он много игр сыграл, он 31 или 32 игры сыграл уже. Тяжело, тем более в таком графике, как идет нынешний чемпионат, очень тяжело держать, так сказать, физическую форму.